Полинка, куполинка, темная ночка, темная ночка, одежда твоя, дочка. Вот не случайно я завела эту песню, ведь центральным событием минувших выходных было народное гуляние в Александрии. Праздник Ивана Купалы издревле считался у восточных славян самым таинственным и самым веселым. В это волшебное время встречались прошлое и настоящее, а самые заветные желания и мечтания воплощались в жизнь. Как погулял народ в Александрии, ну и, конечно же, другие свежие новости смотрите сегодня в деревеньке. Деревенька приехала в Александрию на самый веселый праздник наших предков на Купалье. Купальский цветок счастья ищем вместе с деревенькой. Лето, жара, самое время принять душ. Как сделать загородный отдых комфортным? Вот какие красивые огурчики. Ай-яй-яй. Каникулы у бабушки, городские жители трудятся на деревенских просторах. Деревенька приехала в Александрию на самый веселый праздник наших предков на Купалье. Ведь только в этот день один раз в год ребята и веселились, и плясали, пускали венки, загадывали желания, в общем, делали все, чтобы им было весело. Повеселимся и мы сегодня. Один из древнейших народных праздников – Купалье. Его наши предки посвящали солнцу и расцвету земли, потому и время, самый разгар лета, было выбрано не случайно. Спустя много веков традиция праздновать с особым размахом сохранилась. Народные гуляния, песни, пляски и сегодня главные атрибуты Купалья. Что вот это вот за забава такая интересная? Это забава народная, а называется вары кашу. Треба в мешочках зерня. Кинуть в этого горшочек, и вот каша сварится. Ну, а як не попадут, значит, ну, дрянная хозяйка. Мимо. Мастера народного промысла – своего рода посланники из прошлого, ведь были времена, когда эта утварь каждый день служила верой и правдой своему хозяину. Сегодня же это ценный сувенир на долгую память. Все праздники народные, они с музыкой. Вот это вообще, это пастуший рожок, окарина, окарина по-белорусски. А как звучит? Каким-то образом и себя развлекал, играл на окарине, на пастушьем рожке. Я думаю, что животные его слышали. А вот купальский пояс не иначе, как заявка на рекорд. Его плели мастерицы со всей Могилевщины. За 2 дня празднования соткали под 50 метров. Это початок. А вот пойдем далее. 40 метров лечить. Личам. На предков наш. Бачков, да. И ну такой первый раз, наверное, делаете. Ну, такую ширину, да, длину. Оказалось, это была нереальная затея, но сегодня мы видим уже наш результат. И какое же народное гуляние без белорусских присмаков? Праздники хлеба, сала, меда. Меню пращуров пользуется особой популярностью. Пока одни дегустировали, другие, забыв про жару, пускались в пляс. Все красиво, красочно. Тем более Александрия – это наша родина. Я здесь вырос, можно сказать. У меня жила здесь бабушка. Живут родственники, дядя, тетя здесь живет. По-новому празднуется праздник. Сцена республиканская довольно серьезная, по моему взгляду. Ну и самое главное, что сегодня жарче, чем обычно.
Традиционно на праздновании ожидают визит главы государства. И в этом году президент Республики Беларусь Александр Лукашенко приехал на Малую Родину на праздник единства славянских народов. Традиционное народное искусство самое демократичное. В нем есть место каждому, кто приложил силы и овладел истинным мастерством. Недаром в Александрии на одной сцене встречаются и маститые профессионалы, и любительские коллективы, взрослые, признанные артисты, детские ансамбли. Народное творчество близко всем, потому что оно идет всегда от души. Гала-концерт в этом году прошел в новом формате. Сочетание современности и старины. В основу молодежного мюзикла «Папороть кветка» положили древнюю мистическую легенду о цветке счастья. Тем, кто на время сошел с дистанции празднования, оказывали незамедлительную помощь. Возвращали, так сказать, тело в тело. Очень приятно и легко становится все. На берегу Днепра Александрия собрала друзей. Ведь тот, кто однажды побывал на самом народном празднике, приезжает сюда снова и снова. И встретить знакомого тут – дело обычное. А еще только в это волшебное время можно пройти по мосту из настоящего в прошлое. Загадать желание и поверить в то, что оно непременно сбудется. На празднике Купали не только отдыхали и веселились, но и дарили подарки за ответственную работу и любовь к своему делу. Лучших передовиков агропромышленного комплекса награждали дипломами и ценными призами. Механизаторы, животноводы, полеводы, операторы машинного доения и водители. Именно эти люди, не покладая рук, трудятся на то, чтобы продукция под маркой «Сделано в Беларуси» пользовалась авторитетом как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Наша работа важна любая, каждого человека, каждая по-своему. Как нас, механизаторов, так и доярок, так и наших руководителей, которые стараются создать лучшие условия для работы всех. Самым экономически эффективным в сфере сельскохозяйственного производства стал Могилевский район. Приятно, конечно, за то, что так высоко оценена работа. Но, наверное, это аванс на будущее, и стремиться надо позиции удержать. Секрет успеха, наверное, сплоченный коллектив, выполняющий технологию так, как должно быть. Этой стратегии придерживаются и на других предприятиях. Ведь если есть люди, желающие трудиться, то и результат будет. Я очень рада за свое предприятие. Грамота не мне, это оценка работы целого предприятия. Они молодцы, трудятся, не покладая рук. Я говорю, как оно есть. Особенно сейчас, вы видите, жара. Конечно, мы работаем сутки напролет. Сутки напролет работает и бабушкина крынка. Предприятие не раз получало награды самой высшей пробы, в том числе и зарубежной. Но вот успехом не избалованы и очередному поощрению очень рады. Любая награда – это и почетно, и ответственно. Это, безусловно, результат работы всего коллектива. Когда работаешь и оценка труда дается соответствующая, ну, бесспорно, это очень приятно, это здорово, отлично. Каждая профессия по-своему и нужна, и дорога нашей стране. И каждый человек на своем рабочем месте, он носит тот вклад, который он носит по своему профессиональной пригодности. Вручая грамоты, дипломы, денежные премии, мы ему говорим большое спасибо за нелегкий труд хлебороба. Грамотами и денежными премиями отметили более 10 районов, 30 организаций и 150 человек. Несомненно, труд этих людей нужен всей стране. Праздники принято дарить подарки. Вот и ко Дню независимости в Могилевской области открылось несколько социально значимых объектов. Например, в деревне Долгое Кличевского района распахнула свои двери новая больница сестринского ухода.
Раньше здесь был детский садик. 4 года здание реконструировали полностью за счет местного бюджета. Сейчас в медучреждении современная амбулатория для жителей Долговского сельсовета и стационар сестринского ухода на 20 коек для пожилых одиноких и одиноко проживающих жителей района. На Кличевщине таких около 2500 человек. Мы имеем возможность оказать медицинскую помощь, так как у нас есть уставы и лицензии на медицинскую деятельность. В домах престарелых у них нет такой возможности. Поэтому здесь люди имеют более широкие показания госпитализации, чем дома престарелых. Долговская больница сестринского ухода – не единственный социальный объект в районе, сданный в эксплуатацию в этом году. Очень много было сделано по подготовке, ремонту спортивных объектов. Практически реконструирован центральный стадион, стадион колледжа города Кличева. Приведены в порядок спортивные объекты первой и второй школы. Кроме того, ведется строительство, вернее, реконструкция музыкальной школы города Кличева. Надеемся завершить в этом году. Все социальные объекты, которые у нас есть, предназначены для людей, подчеркнул председатель областного совета депутатов Анатолий Исаченко. И таких объектов по области много. И они, в принципе, каждый месяц, и не то, что каждый месяц, каждую неделю. Да, они несколько по значимости могут быть разные. Где-то для сельского совета, где-то для какого-то предприятия. Но в целом по крупицам и собирается тот социальный проект или социальные условия для людей. Вот, которые дают имидж государству, имидж для всего народа нашего. В Долговской больнице сестринского ухода медики обещают создать хороший психологический микроклимат для своих пожилых пациентов. Тем более материально-технические возможности для скорейшего выздоровления здесь уже есть. Восьмого июля почитали святых Петра и Февронию Муромских. Ну и, конечно же, некоторые приметы были связаны в этот день с супружеством. Считалось, что если купец целый день простоит бок о бок с женой в лавке, то это непременно принесет семейное счастье. А еще после 8 июля ждали 40 жарких дней. Лето. Для деревеньки так много всего нужно. И где все это можно купить в одном месте? Здесь, в строительном гипермаркете «Ома». Пойдем сейчас и собственными глазами увидим все, что здесь предлагает нам торговый центр «Ома». За мной. Приятные цены, выгодное предложение. «Ома» снова удивляет. Почти 1000 акционных товаров на протяжении всего июля. В этом месяце у нас продолжается комбрендинговая программа с пятым элементом. Это когда наши покупатели, осуществив у нас покупку, получают бесплатный купон для покупки в пятом элементе. И наоборот. Более подробную информацию о сумме бесплатного купона, он зависит от стоимости покупки, можно узнать на инфоцентрах магазина. Грандиозные распродажи – это тоже про гипермаркет «Ома». Сотни светильников, огромный выбор мебели для ванных комнат – все это теперь можно приобрести в рассрочку, без всяких переплат. Отдых на природе. Что может быть приятнее летом? Мангалы, садовые столики и скамейки, удобные пуфы и многочисленные стульчики – просто разбегаются глаза. В магазине «Ома» появились и абсолютно новые товары. Как вам вот такие резиновые коврики для детских игровых и лужаек на свежем воздухе? А может быть, ну его и отправиться на лазурное побережье? Тогда как раз, кстати, удобный и надежный чемодан. Ну и суперновинка – чудо-люк-невидимка. Невероятное удобство для вашей ванны и простота в использовании. Очень быстро. Не стоит забывать, гипермаркет «Ома» обслуживает карточки «Халва» и «Халва Плюс». Лето, жара, самое время принять душ. У нас акция на все душевые кабины «Эрлит», дверные блоки, гипсокартон и более 900 кодов наименований товара.
А еще огромный выбор газонокосилок, триммеров и бензопил, без которых просто не обойтись у нас в деревеньке. Такая техника прослужит вам не один сезон. Ну и какая деревенька без зелени и цветов? Здесь просто огромный выбор. Одно из самых ярких моих детских воспоминаний – это летние каникулы у бабушки. Знаете, до сих пор помню вкус клубники. Такой сладкий, сочный. Вот прям вот как эта ягодка. Вкуснятина. Но вот только бабушка учила, что если хочешь есть вкусные ягоды, то нужно как следует поработать. Агрогородок речки хоть и мало напоминает деревню в ее классическом понимании, но и как в более дальних местах сельчане здесь привыкли трудиться на земле с малых лет. Бабушка, вот какие красивые огурчики. Ай-яй-яй. Это будут самые вкусные, потому что они сами вырастили, ты их там и садил, и поливал. Тетради все исписаны, учебники прочитаны, у школьников каникулы. И вот Даша и Егор помогают бабушке и дедушке обработать земельный надел 30 соток. Помощники хорошие, нормально, стараются. Больше всего я люблю полоть клубнику, потому что потом еще можно будет ее поесть. Да, потом она вкуснее еще становится. Тут и картошка, и морковка, лук, чеснок. Одним словом, все, что в холодное время обеспечит продовольственную безопасность семьи. Вот когда будет осень уже, будет все свое. Не нужно покупать ничего в магазине. Будут огурцы, помидоры. Полить огород? Да пожалуйста. Картошку посадить тоже не проблема. А вот когда мы выкапываем картошку, дедушка вспахивает ее, а потом и мы собираем в корзинку. Трудолюбие у нас в крови, говорят сельчане. Вот взять, например, нашего следующего героя. Уже второе лето подряд Евгений Котов сдает сессию и приезжает в родные речки, чтобы трудиться на благо сельского хозяйства. Сейчас будущий инженер-механик Евгений Котов приводит в порядок свое рабочее место. На лето студент Белорусско-Российского университета устроился на зерноток оператором. Говорит, и платит неплохо, и время свободное остается. Для себя я подумал, что нужно зарабатывать самому. Хоть на небольшие деньги, но чтобы были свои. То есть куда-то потратить, погулять. В прошлом году, если не подводит меня память, за месяц, за полный рабочий месяц, я заработал 7300. И на что потратили? На учебу. Отец тем временем работает на отвозе песка. Сегодня вот 13 рейсов сделал. Трудолюбию сына не удивляется. Деревенские, они уже с молоком матери это упитана работа. И деревенская работа сейчас, правда, не та работа, что раньше было. Но все деревенские помогают постоянно и по дому, и все остальное. Пока бабушки да дедушки, мамы и папы не нарадуются на своих чад, те трудятся кто в саду, а кто в огороде. Одни, чтобы поберечь мозолистые руки своих родных, другие, чтобы заработать. Более самостоятельный, наверное, стал. То есть своей работой я понимаю, что это трудно достается деньги, и с умом нужно тратить их. В старину 7 июля начинался большой покос сена и заготовка лекарственных трав. Ведь у каждой хорошей хозяйки зимой должен быть обязательно припрятан мешочек с душистой лавандой, чтобы спалось слаще. А чтобы чай был ароматным, в него обязательно добавляли цветки душистой липы. К
Кстати, липовый чай мой самый любимый, потому сейчас же отправлюсь на душистые заготовки.